должностный руководитель пресс-службы Российской академии наук. Найденова Александра Натальевна. Как еще раз, простите, Александра... Натальевна. Наступило время, трудное для нас. Бабы все частенько стали заправлять сейчас. Сильно обижают наших мужиков, тем, что принимают нас как за лохов. Если это точило, сильно с ветерком. Если муж не слушается, ёбнут кулаком. Надо нас держаться вместе, мужики, чтобы не словить от них пизды. Надо нас держаться вместе, мужики, чтобы не словить от них пизды. Сделать бабой всякие дела, ведь никто не знает, что она задумала. Вдруг как терминатор кинется на нас, и тогда настанет нам пиздец тот час. Вместо поцелуев только один лайк, только слышишь деньги, нам козел давай. Надо нам держаться вместе, мужики, чтобы не словить от них пизды. Надо нам держаться вместе, мужики, чтобы не словить от них пизды. Скажу вам, с этим нам пора кончать. С пьянками, гуленками пора завязывать. Хватит жрать ботяру и смотреть какие. Надо за работу браться нам скорей. Надо нам держаться вместе, мужики, чтобы не словить от них пизды. Надо нам держаться вместе, мужики, чтобы не словить от них пизды. Пока.